Добрый день, это Science Daily, новости науки и космоса. 19 июля компания SpaceX провела первое статическое испытание ускорителя Super Heavy, в ходе которого ракета-носитель кратковременно зажгла три двигателя Raptor на площадке Starbase в Южном Техасе. Ускоритель Booster 3 станет последним в серии прототипов программы SpaceX Starship, которая направлена на разработку полностью многоразовой системы запуска для полетов на Луну, Марс и за его пределы. Ожидается, что следующий ускоритель Booster номер 4 будет использован уже для первого орбитального запуска. «Полноценный запуск трех двигателей Raptor на сверхтяжелом ускорителе», написал в понедельник вечером генеральный директор SpaceX Илон Маск. А затем добавил, возможно, мы попробуем запустить 9 двигателей Raptor на ускорителе номер 3. Ракета SpaceX Super Heavy предназначена для многоразового использования в качестве ускорителя первой ступени для вывода на орбиту космического корабля Starship. При этом в будущем SpaceX планирует установить до 32 двигателей Raptor на Super Heavy. В мае компании SpaceX удалось успешно запустить и приземлить корабль Starship. После чего Илон Маск заявил, что планирует запустить первый орбитальный полет со Starship уже этим летом. Всегда самые свежие новости из мира науки и космоса каждый день на нашем канале.